В синем углу октагона боец, ему 25 лет, вес 65 килограммов, рост 174 сантиметра. Из Испании, Circus Arena Club, 6 побед и 0 поражений, Роман Стахов из Испании. И его оппонент в красном углу октагона, ему 23 года, рост 174 сантиметра, вес 65 килограммов. Стиль «Вольная борьба» из России, город Грозный, клуб «Беркут». Встречайте! 6 побед и ни одного поражения! Абдулрахман Темирова! Рефери в ринге Питер Михалак, Польша. Аплодисменты. Guys, you know the rules. Listen to my comment. Please, I want to clean fight. When I say stop, it's stop. Okay? Touch your gloves and go back to your corners. За нарушение регламента взвешивания спортсмену в красном углу объявляется предупреждение. Thank you.
И в этом бою на 4-й минуте, 50-й секунде первого раунда техническим удушением победу одержал Абдурахман Тюлинов, боец из красного угла октагона.